Вы знаете, кто такой Рудольф Нуриев? Да, конечно, танцор. Слышал, что он уехал из России. Правильно? В советское время еще, когда-то. Очень хороший танцор был, знаменитый. Нетрадиционной ориентации, насколько я знаю, насколько я слышал. Да, в СССР он был очень популярен. Да, это известный балетмейстер, по-моему, если не ошибаюсь. Он один из лучших самых танцоров в мире. Вроде бы все. И он ехал за границу и там танцевал очень долгое время. В подробностях сложно сказать. Вот, знаю, что талантливый танцор. Знаю, что эмигрировал в свое время. Знаю, что был, так сказать, оплеван здесь. Но все о нем помнят, наше поколение, во всяком случае. Вот. И хоть кто-то что-то слышал, кто-то видел. Вот. И так далее. Певец оперный, по-моему. Да? Что вы знаете о его творчестве? Вы знаете, далек от мысли. Я бывший военный, поэтому мне ближе военная тема. I get who he is. Really? I get who he is. I'm from Brazil, and he's not in Brazil. He is not in Brazil, but it was such a surprise. But Russian ballet dancers are known to be the best in the world. But we are the best football players. We know this very famous dancer for the. It's a classic and modern style, right? Yeah, we know it. The name of this famous dancer is very popular. We know that he came from Russia, but the story, personal story, what happened in the life, we didn't know. Sorry. Это же знаменитый балетмейстер, балерон. Он жил в России, покинул Советский Союз и во время гастролей остался в Америке. Rodolphe Nureyev, no? He was a dancer? Wow. So okay. So I know of him. Yes. I don't know so much about his history, but I know he was a dancer. Voilà, a very famous dancer.